Ну, вот он, этот памятник. Мы сделали таким общим. Летчиком-курсантом военно-морского авиационного училища имени Леваневского, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Интересно выполнен самолет. Ну, так, судя по конфигурации, ближе к МиГ-21. Причем это та модификация, которая была с треугольным крылом. Ну, в общем, если говорить про летчиков, то торпедоносцы несли самые большие потери. Вот, если там мне цифра попадалась на летчика-истребителя, в среднем приходилось до гибели там 19 боевых вылетов, то на торпедоносцев 5 боевых вылетов. Здесь вот перенесли к часовне. Причем на карте часовня обозначена как церковь. Но это часовня, здесь священника нет. Служба по, что называется, по запросу. Вот такой вот бензинчук.